А в нашій студії постійний гість, тренер з публічних виступів Сергій Стужук. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Доброго ранку. І так, ми продовжуємо серію розмов про публічні виступи, як правильно до них підготуватися. Якщо ви пропустили попередню розмову, долучайтеся до нашої сторінки у Facebook або ж на YouTube і переглядайте попередні розповіді. Сьогодні ж ми говоримо про структуру виступу, що і до чого. Мабуть, передаю слово вам. Ви в цьому точно знаєтеся краще. Спасибо большое. Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо о структурі. Що це таке? И с чем его едят. Поэтому, дорогие друзья, хотел бы сказать, что без структуры хорошего выступления не будет. Принципы построения структуры выступления, они очень простые, и вы наверняка их знаете. И возникает вопрос, почему вы их не используете. Я хочу сказать, что даже большинство людей, которые выступают, они говорят как? Добрый день, я Иван Петренко. И на первом слайде вы видите, бац, и все, и поехали. Это неправильно, это невозможно. Люди не успевают воспринимать такую информацию. Нужно подготовить аудиторию. И поэтому структура правильно смотрится таким образом. Вступление, основная часть, заключение. Вот именно так мы и делаем. Вы знаете, когда я раньше писал сочинение, я не понимал, зачем это нужно было. И прежде чем я начал заниматься тренерской работой по публичным выступлениям, я думал, что сочинение это просто ты его написал, первую часть раздробил, сказал, что это вступление, а вторую часть написал, что это заключение. Угу. Чем отличаются они, я не понимал. Тем не менее, значение очень большое структуры. Если мы говорим, да, о структуре, вы сказали о том, что есть шаблонность определенная, там, здравствуйте, я такой-то, такой-то, там, и в конце, там, спасибо, да, за внимание. Но вот если мы говорим о шаблонах, да, о принципах, о структуре, есть ли что-то универсальное? Скажем так, вот как в прошлый раз мы делали шашлык, да, и, соответственно, универсальная, скажем так, структура, то есть ли вот в публичном выступлении, в его структуре, какой-то универсальный шаблон, который можно всегда использовать и на него уже нанизывать определенную информацию? Именно так мы сегодня и поступим. Дело в том, что уже главный каркас я уже обрисовал. Это три части. Вступление, основная часть и заключение. Очень многие люди не придают этому значения. Вы мне скажете, а зачем? Зачем это нужно вообще? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на тот вопрос, который мы должны себе задавать. А зачем вы выступаете? Мы всегда выступаем для того, чтобы добиться какой-то цели. Обязательно. Результат любого выступления – это какое-то решение аудитории. Мы выступаем, чтобы люди нас избрали. Мы выступаем, чтобы люди проголосовали, чтобы купили наш товар, чтобы купили наши услуги. То есть они должны принять это решение, у них есть выбор. Угу. Так вот, чтобы правильно принять решение, нужно что сделать? Нужно правильно выстроить. Довести их до того, что у них уже выбора не будет. Только вы, да? Именно, именно так. Вопрос в другом, что здесь нужно понять, что когда люди принимают решение. Дело в том, что у нас очень много людей, психологов, и со мной они все согласятся, что процесс принятия решений – это вещь иррациональная. Никто не знает, почему люди принимают это решение. Угу. И зачастую они делают то, что нужно не под ударом мощных аргументов, не под весом каких-то важных фактов, а просто потому, что вы им понравились. Просто та атмосфера, которая есть, она располагала принятию решения. И уже потом, когда он внутренне уже принял решение, он потом подводит, нанизывает факты, которые слышал, к уже принятому решению. А когда формируется это все? А это все формируется именно на стадии вступления и заключения, не в самой середине. Вот в чем секрет первый на сегодняшний вот день. Вот поэтому приглашают на кофе пообщаться по деловым разговорам, чтобы была хорошая атмосфера. Да, хорошая кофе, да. Хорошее место. Так, есть, по структуре. У нас сегодня, если в прошлый раз мы делали шашлык, то, я так понимаю, сегодня будем играть. Да, будем сегодня играть. Когда я готовился сегодня, точнее, вчера еще подбирал соответствующий конструктор, я его не раз использовал, и моя дочка Кира уже спрашивала, когда ты мне дашь мой конструктор? Я сказал, еще чуть-чуть, и потом отдам, мне будут другие игрушки. На самом деле все люди любят играть. Итак, вступление. Что говорить в начале? На моих курсах у нас больше 20 вариантов вступления и заключения. Но сегодня мы работаем динамично, и я вам дам всего лишь несколько. Первый. Очень простой. Вы говорите о каком-то интересном событии в стране. То есть вы не сразу приходите к каким-то конструкциям, а говорите о том, что мы все знаем, что сегодня у нас произошло то-то, то-то, то-то. Обязательно что-то, что болит именно этой аудитории?
Вот, спасибо, что именно этой аудитории. Потому что если вдруг наша команда выиграла или проиграла, на самом деле это в любом случае хорошая вещь для начала. И в зале у вас сидит моряки, девушки и женщины, вряд ли их это тронет. И если у вас сидят мужчины, топ-менеджеры, генералы, и вы начнете говорить о том, что вышла новая линейка помад какой-то такой, не думаю, что всех это заинтересует. Может, некоторых. Вот. Второй вариант. Это интересный факт из вашей жизни. Вы берете и делаете что? Говорите, вы знаете, когда я ехал к вам сюда, вы знаем, что телецентр находится возле центрального рынка, и я увидел, как выступал человек. Он продавал беляши. Я сразу этого не узнал. Ну, как звонко и красиво. Как красиво он был одет. Он заинтересовал меня. Я это сейчас придумал. Именно поэтому я опоздал на эфир, потому что беляши такие вкусные были, да? Вот и мы. Ну, вы говорите о том, что есть. Здесь можно схитрить. Не обязательно, что это должно с вами произойти. Кстати, два приема обязательных для этого инструмента. Событие должно произойти совершенно недавно, сегодня либо вчера. И должно произойти где-то здесь. То, что с вами интересное произошло 2 года назад в Токио или в Африке, неинтересно. Надо это что-то сейчас. То есть актуально, жизненно, скажем так, и локально. И желательно еще к тому же связать это с темой вашего выступления. Угу. Кроме того, есть простой вариант, беспроигрышный. Комплименты аудитории. Сделайте комплименты аудитории. Не знаете, что сказать, сделайте комплимент месту, где вы выступаете, предприятию, в котором вы выступаете. Сделайте комплимент городу, если вы приезжий спикер. Я когда приезжал в Болгарию, либо в Киев, Одессу, всегда легко это сделать. Если вы хотите... Кстати, хороший прием, который артисты очень часто используют. Постоянно. Николай, вы самая крутая публика, как часто это слышали? Я это говорю в каждом городе. Да. Потом приезжаешь в другой город на этот же концерт, и тоже это же слышишь, только для другого города. Кстати, хороший пример из личного. Я был свидетелем такого интересного начала, когда человек выступает, и у него набирает воздух, видно, его переполняют какие-то чувства, даже глаза немножко слезятся. Долго не начиналось, минут 10, он выходит к аудитории, аудитория 400-500 человек, и он говорит, вы знаете, мне сейчас поступил звонок, я прошу прощения, что мы рано не начинали. У меня родился сын. Представляете, какие овации начались в этом зале. Люди стоя приветствовали его, и выступление было очень здорово. Это было классно, но когда я посмотрел это же выступление через 2 недели, этот же выступающий, я увидел то же самое. Я не думаю, что у него каждую неделю или каждую 2 недели. Может, в каждом городе рождается как бы. Может быть. Ну, сомнительно, факт в другом. Вот какой прием. Сразу аудитория расположилась к человеку. Вот это вам нужно сделать. Так, по вступлению понятно. Двигаемся дальше. Что еще нам нужно? Заключение. Заключение на самом деле те же приемы, что и вступление. Вы можете добавить еще что? Итоги. Вы провели, итоги, мы сделали то. Мы добились цели. Обычно не сказать. Вы знаете, мы выступали, не добились мы цели. Такого не бывает. Ближайшие шаги или призыв. Вот такие моменты заключения. Цель заключения. Цель заключения – зафиксировать то хорошее впечатление, ту информацию, которую мы уже дали людям. Она должна вызвать такое, знаете, приятное послевкусие. Люди должны захотеть с вами встретиться еще раз. Это играет большую роль. Основная часть. То есть вступление, заключение, они похожи. Самая большая, скажем. Да, и мы ее покажем как раз вот на нашем таком конструкторе, который я взял. Смотрим. Вот зеленая – это ваша основная часть. Она у вас практически всегда есть. Что мы делаем? Обязательно думаем о вступлении. Обязательно думаем о заключении. Что мы скажем? На самом деле несложно совершенно придумать заключение. Просто нужно об этом подумать. Что нужно сделать? Я вам рассказал. Так, кроме того, в основной части есть важная друзья, вещь. Я перебью чуть-чуть. Вот обратите внимание, что значит профессионал. Работает чисто на вас, по логике. Здесь начало, здесь середина, здесь конец, не к себе. Это тоже нужно понимать. То есть мы работаем на аудиторию, чтобы аудитория воспринимала так, как ей удобно. А теперь вы увидели прекрасный вариант комплимента аудитории. Ну, в данном случае мне. Учимся. Смотрите, что это такое? Это очень неотъемлемая часть структуры. Вступление, основная часть, заключение. Но в конце основной части есть кульминация. Кульминация, без которой бессмысленно ваше выступление. Ну, в книгах понятно, скажем так, самое яркое, да, действие. Как здесь что, прыгнуть, не знаю, там, крикнуть, что можно сделать такое яркое, вспышку какую-то, фейерверки заказать. Каким образом можно эту кульминацию сделать? Очень хороший вопрос. Дорогие друзья, если вы выступаете, то вы должны понимать, что просто так выступать, это бессмысленно. Если вы хотите серенько, так вам сказали, поручили, вы выступили, сели, да, можете не смотреть даже передачу. Если вы хотите эффектно и классно выступить, заворожить людей, то вы должны понять, с какой целью, что вы хотите, чтобы они сделали. И вот кульминация – это как раз призыв.
Вы в данном моменте, в конце основной части, вы призываете: проголосуйте за ту партию, которая хочет нашу страну сделать лучше. Купите этот самый необыкновенный товар, который сделает вашу семью самой безопасной, лучшей, красивой и так далее и тому подобное. Вы уже подвели к этому. Но это большая ошибка. Люди подводят и заставляют людей задуматься, что же нужно поступить, что нужно сделать. А призыв должен быть абсолютно четкий, недвусмысленный. Голосуйте. Купите, то есть, когда придите. Мы до этого работали над тем, чтобы их заворожить. Теперь уже можно. Совершенно управлять. Верно. Это вообще. Поэтому, что еще нужно сказать? Всегда используем юмор. Mm-hmm. Нет, давайте. Истории вначале. Люди любят истории. Я сегодня рассказал историю, вы узнали об этом. И очень ключевой такой основной момент — ССС. Что это такое? Это уже прием вызван из средств массовой информации, где мы сейчас с вами находимся. Mm-hmm. Что это такое? Любые новости не обойдутся без ССС. Это смерть, секс, скандал. Если самолет взлетел и приземлился, это не новость. Если самолет взлетел и разбился, к сожалению, да, это новость. А если еще были какие-то скандалы, если были какие-то сексуальные моменты, это будет здорово. Это, ну как, может, это не, морально не очень хорошо, но на самом деле... Но публика это будет читать и смотреть. Такие мы с вами, да, да. Мы любим. Это любопытство. Это центры в коре головного мозга, которые реально влияют, трогают людей. Поэтому, если вы выступаете и включите одно, второе, третье, все вместе, это будет просто здорово. Но опять-таки, надо вот тонкую грань, чтобы не на грани фола, потому что пошлость какая-то уже может эту аудиторию отвернуть от вас. Смотря какая аудитория. Есть такая аудитория, что и пошлость, наоборот, даже то, что нужно. То есть, надо понимать конкретно, можно или нет. Изучать аудиторию нужно, безусловно. В большинстве своем, конечно, пошлость недопустима. А намеки какие-то, вот эти вещи, они принимаются. И последняя вершина, пик наш. Всегда используйте юмор. Без юмора современное выступление будет неуспешным. Поэтому используйте юмор, заранее подумайте, где вы, над чем вы сможете пошутить. Самое главное еще, что хотелось бы отметить, что основную информацию еще, к основной части требования, дробите информацию, не давайте ее скопом. Первая часть, вторая часть, порезали, мы резали шашлычок, поэтому мы его и давали по кусочкам. Мы не можем заглотить, информация работает точно так же. И хотелось бы сказать, что если вы реально хотите научиться всему этому, я хочу призвать вас заниматься этим. Где можно заниматься в Николаеве? На курсах «Все секреты успешного выступления» у Сергея Стужука. Что это было? Это была кульминация. Это был тот призыв, чего я хотел бы от аудитории, как вы видите. Пример и реальная сущность на самом деле. Что хотелось бы сказать в завершение? Мы можем говорить, конечно, о завершении? Мы должны, я просто жду. Я, если честно, приоткрыв чуть-чуть рот, жду, как вот эта вот модель сейчас реализовывается. Мы тоже наблюдаем за этим. Да, опять же, и сегодняшнее мое выступление было сделано именно по той схеме, которую я вам рассказал. Ничего другого. А в завершении мне очень простое. В завершении я скажу, знаете что? Я скажу о ваши ближайшие шаги. Прием. Mm-hmm. А это говорит о том, что с сегодняшнего дня, если вы хотите, чтобы ваша компания, ваше учреждение или организация работала лучше, и у вас будет сегодня выступление, совещание, выступление в другом месте, вы должны сделать все именно по этой схеме. Вы должны рассмотреть ее и сделать именно таким образом. Всегда вначале ставите цель. Включаете приемы, думайте, что вы скажете вначале, чем завершите, когда скажете самое главное и как к этому вы будете готовить аудиторию. Ваше выступление станет лучше, вы станете конкурентнее, чем свои оппоненты, и ваша жизнь преобразится. Аудитория будет получать удовольствие от вашего выступления, вы сами будете получать удовольствие. И самое главное, оно будет более эффективным. Отак, друзі, як то кажуть, нема що і додати, розумієте? Як вершиною професіоналізму є картина в картині, так і тут. Схема у схемі і реалізація відразу. Вам дякую за те, що сьогодні завітали в нашій студії. Реально, думаю, що допоможе нашим телеглядачам у реалізації їхніх спікерських рис. Якщо все ж таки вам доводиться виступати перед аудиторією, то дослуховуйтеся до апарату нашого ранкового експерта. Якщо пропустили один із випусків, долучайтеся до YouTube-каналу. Там всі ці випуски є. Якщо дивитися цей випуск уже в Ютубі, під низом є посилання на всі попередні наші розмови в студії.